До начала открытия 9-го по счету кинофестиваля Евразия остается не так много времени. Как рассказали организаторы мероприятия, смотр отобранных картин начнется 16 сентября, традиционно в городе Алматы. Подобно предшествующим фестивалям, на суд жюри будет представлено 12 отобранных картин. Среди них следующие страны-участницы: Италия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Иран, Сингапур, Турция, Россия, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, ну и, конечно же, Казахстан также представит свое кинотворение. Кстати, отечественный фильм, помимо Евразии, был отобран в программу Венецианского фестиваля. Называется он «Бауэр», а режиссером его значится Серик Апрымов. Немного фильмов, то есть 3 фильма в Азии, 3 фильма в Европе, 5 фильмов в Spotlight, но поверьте, на все это стоит сходить. По словам организаторов, после того, как Казахстан покорил Берлинале и получил «Серебряного медведя» за лучшую операторскую работу, интерес к отечественным кинофестивалям значительно возрос. К нам поступило порядка 170 фильмов. То ли кризис в мире, то ли фестиваль действительно набирает силу. Помимо выбора лучших кинолент, фестиваль станет площадкой проведения серии мастер-классов от ведущих кинематографистов мира. А именно от французского кинокритика Мэтью Дарреса, сценариста Давида Франсони, известного по фильму «Гладиатор», и американского кинопродюсера по имени Джани Нунари, в послужном списке которого такие фильмы, как «300 спартанцев», «Александр», «Война богов бессмертные» и не только. Также стоит отметить, что в этом году на фестивале поистине мощный состав жюри. Возглавила его новозеландская писательница и режиссер Джейн Кэмпион, единственная в мире женщина-режиссер, обладательница «Золотой пальмовой ветви», премии «Оскар» и «Серебряного льва». Известность в кинематографистике пришла с фильмом «Пианино», а также выдающийся азиатский режиссер, создавший феномен филиппинского кино «Бриллианта Мендоса». Самым же молодым участником жюри стал наш соотечественник, а именно 28-летний Эмир Байгазин, как раз-таки и отличившийся на кинофестивале в Берлине. Кроме перечисленных, также состав жюри пополнили гости из Испании, Луис Минаро, а также известный американский сценарист Дэвид Франсони, о котором мы уже тебе рассказывали.